Уже не первый год Ульяновская область активно принимает гостей из Лутугинского района Луганской Народной Республики для отдыха в детских оздоровительных лагерях. В этом году 97 ребят приехали на смену в военно-патриотический лагерь «Юнармеец». Конечно, для них готовится особая программа, потому что это дети, которые приехали не просто отдохнуть и познакомиться с нашей территорией, с нашим краем. Мы обязательно запланировали экскурсии. В течение смены будет несколько экскурсий по городу Ульяновску. В самом детском лагере детей ждут развлекательная программа, разнообразные спортивные игры. Предусмотрена программа патриотической направленности, включающая медицинскую и военную подготовки. Это 12 дисциплин. Значит, это тактическая, тактика огневая, тактика специальная, строевая подготовка. Это ФИЗО, все виды, ГТО, прохождение полосы препятствий. Командные игры. Здесь дети из Луганской Народной Республики могут адаптироваться после социальной изоляции, в условиях которой они живут еще со времен ковида, а также восстановиться и отдохнуть. Каникулы в лагере детям по душе. Я с ЛНР. Мне здесь очень нравится. Мы тут занимаемся спортом, кормят нас хорошо, мне все очень нравится. Я нашла очень много друзей. В сентябре еще 550 детей с подшефного Лутугинского района отдохнут в 4 загородных лагерях Ульяновской области. Оздоровительно-образовательных центрах «Смарт» и «Юность», санаторно-оздоровительном лагере «Радон» и в Волжанке. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.